А вот в поселке Тесь Минусинского района, наоборот, подключают. По решению суда ОАО «Красноярский энергосбыт» обязан возобновить электроснабжение котельной. Напомню, электричество отключили из-за долгов организации, обслуживающей котельную. Долг составлял более 20 миллионов рублей. Горячая вода в домах жителей исчезла еще 22 мая. Разногласия между южно-енисейскими тепловыми сетями и «Красноярским энергосбытом» решались в арбитражном суде. В итоге отключение электроснабжения признано незаконным. Работники котельной сегодня проводят работы по запуску системы горячего водоснабжения. Уже к вечеру вода должна появиться в домах жителей Минусинского района.